Hey man, any chance you'd be down to kill yourself? Чё? В смысле, наушники за лям купил? Да. Скажите, Аня, могу ей комтаки по дешевке продать 1700? Куда нужно? Снизу мины, потому что... А я не допрыгнула! Слева, тип. Двое. Одного, кажется, убил. Да, одного убил. Вот моя. Моя тоже. Второго взорвал, кажется. Люблю. Да не, ну хотя бы я звуки слышу с ходьбы. Вот это непонятно. И ты ходишь как бы, ну с их стороны, и там еще можно что-нибудь. Ну. Может там кто-то еще и сидит, кто не знает. Я же вот шири. Не, давай. Пробежка. Я не слышу. Есть там пробежка. Ты чё? Ранили тебя? Это... Не-не-не, нормально, подожди. Чисто, нормально. Там просто деревянный ящик, ничего за него не видно. А вот он меня почему-то увидел. Не попал, правда, но... Подходит, подходит. Блять. Блять, снайпер! Подходи сюда. А что 40 FPS здесь? Здание, что ли? Здание зашел. Нет, он у здания. Здание дерево. Мне, кстати, снайпер в бошку попал. Это не моя граната. Я поняла. Но она ранила какого-то чувака. Либо это мина была, кстати. Она вроде друзок, вроде другой, не? Такой же. Что он больше не делает? Бот кого-то орёт на нас? На нас. Блин, я без оптики не вижу, у них хера там. Похилить.
Я буду каску спасу. А тут тип заряженный. Он нормальный он вообще? Он сам себя гранаты или кто? Почему он не мертвый? Жда их убил вроде, нет? Спреем, что ли, убил? Прикрываешь на длину? Да. Босс. Не слишком было до хера. Ладно, это тоже сандер. Значит, Брик застрелил? Вот еще один лежит. А этот как у него? Тоже граната. Что бот на крыше. Вон он, сука! Печь. А это кто-то по нему стрелял? Да-да-да. Давай, отдыхай. Не ширкайся. Кинотеатром. Сейчас. Или наверху, может быть, на втором этаже. Прыгает. Нет, это первый этаж, значит. Там баррикадки, потому что... Двое. Ты только над моей головой не стреляй. Ногу ему настрелял. За КамАЗом сидит. А я отдаю. Моя леви идет. Есть слева, слева, дальше, а не дальше. За, ну, за вот эту сранью, короче. Угу. Один там же все еще за КамАЗом где-то на месте стоит, я услышу. Килится, шприц я вколол. Прямо за КамАЗом. Есть еще граната? Второй чекает, нет. Один за КамАЗом вышел вправо от него. Убил, 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 убил. Второй дальше был, как раз туда убегал, чувак. Да ты задрал, почему я, почему это не он? Скидывает оружие, слышу там его.
Как будто на втором может быть. Или ты прям видела его на первом? Я его видела на первом. Я его прям четко видела. Да-да-да, вижу, там башка. Справа за углом, за КамАЗом. Не регнула! Сука! Справа за баррикадами сидит. Капец, я вышел, даю в голову, оно не регает. Что за игра? Голова, глаза. Капец, этих типов там, ну, конечно, просто пошел тебя сразу латать. Ай-яй-яй. Один ли? Я одного слышу. Бил, да? Да-да-да. Капец, он такой глупенький. Но игра говна. Блять. Только я ушел, он решил прибежать сюда, да? Стилобат, источный центр. Далеко нам бежать сейчас, пипец. Только когда у нормального игрока. Да хрена знает. Кто есть нормальный игрок? Я вот стараюсь ботов не убивать, у меня маленькое КД из-за этого. Те, кто постоянно убивает ботов, у тех большое КД. Но кто нормальный игрок? Просто если у чувака КД 84, как она изначально сказала. Или 600, сколько там я вам показывал скриншот? 650 было КД у чувака. То есть, ну, в таких ситуациях можно смело сказать. Дверь закрыта, здесь кто-то был. Я подхожу к выходу. Уже купили кучу. Кто-то прыгал. Не читаем ник. Что за... 64 уровень. Среднее время жизни, она не работает, да? Нормально. Нет. Слишком сложно. Как он выжил? Или он не выжил? Поэтому он в каску выдержал. У него набалдашник на шлеме стоит. Тут убил кого-то.
Два типа. Блять, мне же нельзя возле бета убивать, да? Бота стреляет. Попал, не попал, хрен его знает. Видел одного. Ну и чё? Hey man, any chance you'd be down to kill yourself? Чё? Тут фанерку удачно поставили. Классная граната. А тот сдох, да? Понял. Еще один дефендер. Пойдет, короче. Фига он простреливает. Да-да-да. Аккуратно. Сейчас буду пугать гранаты. Я бежал.
убил. С РПК. А баррикада нормальная, Петрона? Ну... Ну, вот это... Не знаю. Не знаю теперь. А, у пулемета лутал, да? Да-да-да. Значит, все, вот два черных куртки их полутали, можно уходить. У них просто как у босса, типа, лут может быть. Mm. Всякие там ледорубы, ключики. Да-да. Ты где? Прям туда нужно? Угу. Туда нужно. Снизу мины, потому что... А я не допрыгнула! Ты что, начнёшь в задницу с своими перепрыжками? Зато ты хорошо спрятана, твой лут никто не поднимет. Отлично! Чего того, что я его не страховала, вообще кайф. Его не поднимет вообще никто. Аня, как так? Ну не прыгну. Сука! Это были самые дорогие наушники для меня. Чё ты купила? Вот это, кажется, лям подарила. В смысле, наушники за лям купил? Да. Да я же смотрела на этих дебилов, и фильтр остался, и я наушники купила за лям. А, типа, он у тебя фильтр по самому дорогому, получается? Да. А-а-а. Ну все, тебя забанят. Сначала забанят его за РМТ, потому что он явно РМТшник. А потом и тебя. Отлично. А потом и меня, потому что я с тобой в пати играю. Аня, пиши Буянову, блин. Что за наушники-то хоть? Обычные, блин, ГСШ. ГСШ за лям? Да. Ну и зря, конечно. В натуре надо тебе в убежке построить эту доску почета, или как она там, и положить туда эти наушники. Только это будет типа доска позора, наоборот. Скажите, Аня, могу ей комтаки по дешевке продать 1700? Аня, соглашайся. Давай, прыжок. Ага, понятно.